полностью самодельный. Кузовные панели все самодельные. Синее авто на улице Халагира не остается незамеченным. Вспышки фотокамер, сигналы клаксонов, как оценка качества осетинского автопрома. Увлечение Роберта Зангеева разделяют и его сыновья. Я знаю, когда я остановлюсь. Именно вот с этим проектом. Но у меня есть еще всякие мысли, идеи, для реализации которых нужны средства. И в идеальном варианте было бы так, чтобы найти спонсора, которому бы был интересен этот проект. Я хочу построить заднемоторный автомобиль спортивный, уже с мощным мотором. Мечта исполнилась и даже приобрела новые формы, ведь нет предела совершенству. Свое творение Роберт хотел бы представить на автовыставках, а еще его пригласили принять участие в автопробеге ко Дню Победы. Есть у машины и рабочее название, но пока изобретатель держит его в секрете, продолжает творить и придумывать новые фишки. Ну, вот как-то так.